Удачной охоты, сталкер. Все брошен, нахрен и свалил. Привет. А слышали легенду о темном сталкере? А? Блин. Боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Может быть и я, если расскажу ее. Завтра погибну. Нечего там, не буду. Эх, сальзава хорошая сейчас. С черным... Все брошен, нахрен и свалил. Здорово. Thank you.
сюда, подкину тебе кое-что. Да что с тобой такое сегодня? Ну, проветришься, заходи. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6. А я за 5. Привет. Yeah.
Все тихо, блин. Эй! Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка, так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел, а места там не тронутые, прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер.
Выручайте! Кто-нибудь! Thank you.
Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал.
Подожди!
Ты что, козел, не врубаешься? Чуваки, да я пустой! Это бандиты! Помоги! Внимание всем! Говорит без командира отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь.